Местные жители села Кок-Ой Таласской области пришли на встречу ровно в 10 часов в Дом культуры. Был поднят ряд социально значимых вопросов. Жители рассказали о том, что отопительная система в здании средней школы в Долонском сельском округе не работает в течение многих лет, несмотря на выделенные средства. Кроме того, яма для сбора сточных вод на территории детского сада этого же сельского округа заполняется из-за отсутствия дренажной системы. А средняя школа имени Нанаева в селе Арал еще не сдана в эксплуатацию. Эта картина каждый год. Нет денег, но детям надо ходить в школу со всеми условиями. Житель села Талдыбулак поднял проблемы чистой питьевой воды. А в селе Чатбазар, расположенном на берегу большой дороги, нет тротуара. Школьникам приходится идти по автодороге. Талас, Көпровазар, Сасонкой жолу. На встрече также обсуждалась работа специалистов соцобеспечения, так как они составляют списки, верно ли предоставляют сведения и выдают пособия адресно. На некоторые вопросы, озвученные населением, представители руководства области и района ответили на месте. Также были даны поручения соответствующим учреждениям и организациям. Губернатор Иш Сапарменен Средагуны Россия Федерация. Глава области с рабочим визитом выехал в Российскую Федерацию, а вопросы, упомянутые здесь, мы постараемся решить в кратчайшие сроки. Следует отметить, что следующая встреча с руководством области состоится в Таласе. Амана Исраилова, Залика Сариева, Эльхан Арстанбеков, Алатау 24, Таласская область.